Немецкая пропаганда торжественно объявила о полном уничтожении нашей авиации. Это лживое утверждение, также начавшиеся неделю назад авиаудары по Москве, вынудили меня поставить на рассмотрение вопрос об ответном бомбовом ударе силами миноторпедной авиации Балтийского флота. Будем бомбить Берлин, ребята. Готовьте машины к дальним перелетам. Эти ваши самолеты, они вообще до Берлина долетят? ДБ-3 бомбардировщик не самый новый, не самый быстроходный. Но на сегодняшний день это единственная машина, которая по силам выполнит такую непростую задачу. Цель авиаудара – нанести максимальный ущерб важным стратегическим объектам города. Погода сложная, но лететь можно. Берлин окружен двумя кольцами противовоздушной обороны. Ну и, конечно, истребители. Так что будьте готовы к воздушному бою. А вдруг не вернемся? Вам выпала огромная честь. В ответ на варварские бомбардировки немцами Москвы, Ленинграда и других советских городов вылететь до нанесения первого бомбового удара по военным объектам и правительственным учреждениям в столице фашистского рейха.